Всем привет! Сегодня мы будем рассматривать посылочку Василек. Вот такая посылочка пришла ко мне. Она уже меня ждет, не дождется. И мне не терпится открыть и посмотреть, что же я там заказала. Я каждый раз, когда делаю заказ, я потом забываю, что я заказала. Я знаю, что 6 образов заказала. Там полотенчик, кое-что по мелочи еще. Ну, давайте уже не будем разговаривать, а просто откроем и посмотрим. Кстати, вот этот вот халатик, я смотрю, очень такой смотрится хорошо. Яркий халатик. Это тоже я заказывала в Васильке. Ну что, давайте же распаковывать. Не терпится же мне уже. Девочки, на этот раз я решила заказать не только 52 размер, но и размеры побольше. Ну, во-первых, я немножко набрала в весе, поэтому я люблю, когда вещи, они все-таки просторные. Не люблю, когда они в облипочку, все-таки домашняя одежда. Поэтому я заказала в основном 54 размер и еще одну туничку я заказала большего размера, потому что там был только вот 58, но цвет мне очень понравился. Но мы до нее дойдем. Так, ну давайте начнем с 52 размера. Что у меня первое идет? Сарафан S59. Это 52 размер. Сарафан 561 рубль. Но так как я люблю вот такие вот маечки, знаете, вот просто как туничка, как маечка, вот по дому ходить. Это чистый трикотаж и очень мягкая такая нежная ткань. Вот. Ну и потом туничка, она коротковатая для улицы, но для меня она вот по дому то, что нужно. Вот сейчас как раз такое время, когда именно вот в таких вот ходить по дому классно. Вот. Ну, в общем, здесь простой крой. Вот она немножечко идет расклешенная к низу. Здесь нарисован череп, но это более молодежная такая вещь. Но для дома, опять-таки, мне она пойдет. Мне вот именно нравятся такие сарафанчики или тунички, такие как маечки, которые сделаны. Вот видите, как классно. Вот. Но это надо одеть и посмотреть. В общем, она обычного кроя, обычного пошива. Строчки ровные, все очень хорошо, качественно сделано. И вот такая ткань, она прям как майки, знаете, вот делают майки. Вот. Но сейчас оденем, посмотрим. Еще один сарафанчик, тоже примерно вот такого кроя. Ну, посмотрим сейчас. Здесь уже длина чуть-чуть идет побольше. Вот как раз, я думаю, до колена она и будет, то, что нужно. И тоже, видите, без рукавов, тоже такой вот легкий вариант. Ну, у меня, честно говоря, зимой тоже тепло, поэтому я тоже люблю вот в таких вот сарафанчиках ходить. Ну и видео для вас снимать, все-таки какое-то разнообразие. Я люблю цветочки, я люблю, когда вот яркие цвета, когда цветочки. Здесь вот такие вот карманчики два. Карманчики вот так вот отделочкой обшиты. Симпатично смотрится. Ну и обычный низ простой. Вот такой вот простенький, легкий летний сарафанчик. Сарафан стоит 315 рублей. Вот это уже 54 размер. Вот этот вот сарафан я хочу, чтобы он был на мне попросторнее. Посмотрим, насколько разница вот отличается 52 от 54. Я думаю, большой разницы не должно быть. Дальше идет туника B151. Это такая модель. Мне здесь понравилась расцветочка. Здесь короткий рукавчик.
И вот такая вот расцветочка. Ну, мне кажется, она вот такая вот современная, кофейный цвет. Низ идет вот так вот немножечко, видите? Внизу кромка. Спинка полностью идет клеточку, а перед идет половина клеточка, а половина бежевый. Вот здесь вот такая вот надпись интересная. И кармашек нагрудный. Вот интересный фасончик такой. Вот такая туничка. Мне кажется, она мне должна пойти. Тоже 54 размер. Стоит туничка 693 рубля. Надо одеть и посмотреть, девочки. Мне нравится, класс. Девочки, еще одна туника, но я любитель туник, что поделать. Эта туника тоже 54 размера. Все тунички я заказываю именно хлопок, трикотаж, кулирка, чтобы это вот был прямо трикотаж. Это модель НК6-139. Тоже мне такая расцветка нравится. Это вот цвет какой-то вот малиновый. Тоже расцветочка интересная, да? Коротенький рукавчик тут. И вот такая вот идет тут надпись. А по бокам вот такие, как лампасы. Я не знаю, как это назвать, но я думаю, что это можно назвать лампасами. С одной стороны и с другой стороны. Тоже такой вот интересный фасончик, да? Спинка, она однотонная. Этот цвет малина меланж. Стоит 617 рублей вот эта туничка. Очень мягкий такой приятный материальчик. Так, что тут у нас еще есть? Карманов тут нету, девочки. Вниз прямой. Ну вот длина как раз то, что мне нравится. Это как раз моя длина. Не сильно короткая. Еще я заказала сорочку. Сорочка Восход 2, мята, 54 размер. Посмотрим. Приятный такой мятный цвет. Вот тоже, что мне нравится, то, что здесь нету рукава. То есть без рукавов. Вот такая сорочка. Длина хорошая идет. Низ прямой. Ну, единственное, что может быть, я кружева бы сделала здесь другого цвета. Но если это сорочка, то, собственно говоря, это вот в ней спать и все, и никуда не ходить, наверное, так. Стоит 448 рублей. Ну вот надо будет одеть и посмотреть. Здесь просто вот на мятном цвете такие светлые цветочки. Девочки, взяла еще тунику, которая на меня просто конкретно большая. Но мне так понравилась вот эта расцветочка. Я люблю вот этот цвет. Это вообще 58 размер, но открою. Я просто захотела ее взять, и все. Я думаю, если она будет мне велика, но сильно понравится, я ее тогда просто ушью. Если
может быть, не сильно понравится, я ее просто подарю, мне есть кому подарить такой размер. Но мне уже нравится цвет, смотрите, какой красивый цвет. Здесь идет такой приспущенный рукавчик. Вот такой, видите, какой рукавчик тут. Симпатичная вот такая вот расцветочка. Мне нравится вот этот очень яркий цвет. Я просто взяла, думаю, если что, вот просто, может быть, я вам буду какое-то видео снимать вот в этой туничке. Вот. Ну и длина вроде такая, обычная нормальная длина. Внизу вот такая вот полосочка идет впереди. Здесь вообще очень интересно сделан. Видите, как впереди вот такая вот здесь по краю идет кромочка. Вот такая вот нашитая. А сзади чуть длиннее. И вот, ну вот такой вот фасончик сделали. Но цвет просто, вот я не знаю. Я ничего не могу поделать. Я люблю розовый цвет. И когда он вообще ярко-розовый, я просто его обожаю. Ну что поделать? Вот даже 58 размер, и то я взяла из-за этого цвета. Ну смотрите, какая красота. Ну мне же вообще идет. Смотрите, ой, я не могу. Я не могу. Я просто вот балдею. Все. Туника эта стоит 700 рублей. 58 размер. Сейчас одену, и вы посмотрите. А еще, девочки, несколько вещей я заказала своему внуку. Просто вот я смотрю, он очень быстро пачкает футболки. Ну, просто как минимум каждый день футболка нужна. Сейчас он пойдет в садик, это уже 100%. И если он дома, бывает, вышел только погулять, он сразу раз ее запачкал, все время пачкает. Поэтому футболок лишних не будет, тем более, что он все время растет. Поэтому я взяла и заказала. Заказала две серые футболки на возраст на 4 года и рост 104 сантиметра. Но у него рост, по-моему, там 99, около 100 уже. Но вот как раз я беру на чуть-чуть на побольше. Но это сейчас вот ему она уже буквально будет уже как раз. Футболка гонки стоит 113 рублей. А вторая футболка с мячом. Называется футбольная команда, стоит 129 рублей. Вот такая вот футболочка. Еще я внуку заказала брючки, вот такие, тоже на 4 года, на 104 сантиметра рост. Но это вот ему как раз будет сейчас. Брючки хаки с кармашками, вот такие вот. Здесь веревочка и резиночка. Но это вот хорошо, когда есть резиночка, есть веревочка, если велики, можно чуть-чуть подзатянуть. Но я думаю, что ему сейчас будет как раз вот эти брючки гулять во дворе или в садик, может быть, ходить. Уже осень на носу у нас. Даже не на носу, уже сегодня 1 сентября, с чем я вас всех и поздравляю. Брюки модель OR963 и стоят они 495 рублей. Ткань 100% хлопок. Но это вот все хлопковое я заказываю. Для детей нужно все хлопковое. Правильно? Правильно. Хорошенькие штанишки. Но примерить он сейчас их не сможет, потому что он у меня сейчас не здесь, внук мой. Ну, потом где-нибудь в видео я вам покажу, как он их оденет. Посмотрите. И вот к этим штанишкам очень хорошо подойдет любая футболочка. В принципе, любая. Серенький цвет я взяла специально такой нейтральный, который подойдет под любые брючки. А еще, девочки, у моего внука в сентябре будет день рождения. И поэтому я ему сделала такой заказик. Я думаю, вполне себе приличный, по-моему, подарок. Да? Как вы думаете? Подарок от бабушки. Девочки, заказала я большое полотенце, но опять розовое. Полотенце это Узбекистан. Здесь 380 грамм на метр квадратный. И вот такое вот оно большое. 140 на 70. Вот, вот метр. Метр 70. И вот здесь 70.
Ну, вот такая любимая расцветочка моя. Но это полотенчика я взяла на подарок. Стоит полотенце 251 рубль. Девочки, взяла я еще набор вафельных полотенец. Здесь 3 штуки. Я сейчас открою вам, покажу. Это тоже я взяла на подарок. Они из разных расцветочек, очень симпатичные расцветочки. Это набор называется «Чаепитие», 3 штуки. 45 на 60 размер каждого полотенца, стоит 126 рублей. И еще, девочки, я взяла трусики, 5 штук разных цветов. Ну, я вам их просто разложу и покажу. Трусики размер 6XL. Есть 5XL, но в основном 6XL беру, чтобы тоже они были не в обтяжку, не давили нигде. Девочки, все трусы стоят 86 рублей. Ну вот и все, мои хорошие, я вам все показала. Мне все нравится. Я вообще люблю делать заказы в Васильке. Я люблю очень трикотаж, люблю их домашнюю одежду. Хочу вам сказать, что у меня вообще половина гардероба, даже большая часть, в общем-то, из Василька. И по дому я хожу, и у себя у дочки одежда из Василька. Если кому-то что-то понравилось, заходите по ссылочке, которую я оставлю внизу в описании. Заходите, посмотрите, какое разнообразие есть в Васильке. Одежда есть и для женщин, и для мужчин, и для детей, и для дома, и постельное белье, и полотенце. Очень много всего интересного там есть. И самое главное, недорогие цены, вполне даже лояльные, очень хорошие цены. Мне нравится. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!